Всем привет! Сегодня у нас будет обзор и тест окончательной сборки фараона. Это 12-12-8-8 бог войны. Рунами у нас будет ремка. Ну, сразу скажу вам, не ожидайте имбы. Это не имба, это обычный старый забытый герой, который, возможно, на начальных аккаунтах будет тащить. Но в идеале в топе он нафиг не нужен. Но мы все равно его рассмотрим, как обычно. Нельзя такое пропустить. Так, ну что у нас по атрибутам? Атака 7600, бонусами 8335, жизнь 130 тысяч, бонусами тоже больше уже получилось. Частота атаки 1000, скорость движения 210, маленькая. Вот так вот. Ну, просвет я не качаю, потому что мы его в итоге, как обычно, сольем. Пятая ремочка рунами стоит, артефакт топор, в снаряжении здесь стоит ослеплялка для силы пятая, ну и руны собраны, все, говорю, руны созвездия собраны все рандомно. Ну что, поехали. Потестим его сначала в рейде. Поищем расстановки без стрелка. Хотя это нереально просто. Вот что-то есть интересное, давайте посмотрим тут. Ну, как видите, урона с богом войны у него, конечно, дохренище. Скорость атаки небольшая, медленный. Сейчас его хранитель просто... Ну, почти. Хотя хранитель у нас был первой эволюцией. Так, побежали дальше. Вот зона, видите, зональная атака у него неплохая такая. Ну, смотрите, забор поломал. Сейчас его хранитель опять ушатает. Вот так вот. Мало жизни, вы ничего не сделаете с этим. Давайте каких-то, не знаю, там топ 10 тысяч или 11 тысяч. Может, он тут затащит кого-то. Да, вот тут он тащит имба. Ну. Давай. Не затащил даже черепа. Первая эволюция. Говорю, первая эволюция даже без эволюции. Так, ну. Давайте в подземках посмотрим. На обычной подземке. Вдруг тут будет затащит полностью. Ну, отхила у него нет, поэтому он в любом случае, пока он всю подземку пройдет, сольется. Ослепление срабатывает, героев сливает. Смотрите на этого. Ой, Бигфута выпустил. Не получится нам посмотреть на смерть ниндзика. Там кого-то другого он ушатал. Ну, разницу, в принципе, видите, да, Бигфут. Один из последних героев и один из первых фараон. Вот так вот. Так. Вот его 12-е умение. Окружает фараона песчаной бурей на 6 секунд, имеет шанс нанести урон, равный 360% от атаки на 1,4 секунды, оглушить и увеличить на 10% урон, получаемый попавшим в песчаную бурю. По сути, скилл интересный, но не на этом герое, потому что его очень быстро убивают, жизни мало, он сливается, ну, в принципе, как и рыцарь, как и все остальные герои. Вроде что-то ему интересное и добавили, но в то же время герой как был ватный, так он и остался ватный. Поэтому даже не знаю, где вы его будете применять. Ну, на низких левелах, да, есть смысл там кого-то бить, бегать.
топе реально. Он ничего не сможет сделать. Единственное, где он еще интересно смотрится, это в Колизее. Там он часто бывает, там можно его тестировать, пробовать, он там помогает. А так, не знаю. Начальные там первые волны, возможно, да. Вот смотрите, он... Ну все, его сливают даже герои без эволюции. Хотя он вроде и крутой дамагер. Но этого дамага на второй эволюции вообще не видно. Даже не успевает добежать, его шатают. Давайте попробуем жестокую. 8-10. А с другой стороны выпустим ворожая. Ворожая повара. Триста, 500 тысяч. Ну вот и все, он даже не успевает добежать нормально. Его, блин, сливают. Сейчас попробуем с магией. С магией тыковку возьмем ради интереса. Так, ворожей оставим. Вот такую вот тыкву возьмем. С ангелом. Ай-яй-яй. Да, без отхила он быстро сливается. Давайте еще разок. Раз, два. Снизу кидем ворожея. Так, смотрим. Кидаем на него защиту. И что он у нас будет выдавать по дамагу? Как-то непонятно. То есть, видите, он убивает не все цели сразу. Ну, тут как массово как-то вроде так ничего бьет. Но все равно слился. Тут ворожай, и то получше держится. Вот Фрея начала, смотрите, какой урон у Фреи сразу. Просто бешеная.
Миллионы без всякого разгона. С усилением небольшим. Да, вот так вот. Ну, интересно его в кошмарке 2.1 затестить. Что он там сможет сделать? Кошмарные 2.1. Давайте так. Раз, два, три, четыре. Сложили. Точнее, они убились об отражалку и плюс. Так, ну-ка, еще раз заходик. Сейчас по-другому будет. Так, теква он. Морозим. Где там они? Так, вроде успел. Ну давай, теква, давай. Да что такое, ну? Что-то мне показалось или... Смотрю, что-то не то с разгоном. Поставил, называется, тыковку. Так. Еще разок тестик. Как на Атланте, просто слились. В общем, как-то так. Нехти, я вам скажу. В остальных локациях, не знаю, на Королевской битве. О, вечно эти зависания. На Королевской битве он, в принципе, будет неплохой. На начальных этапах будет очень хорошо помогать. Тем более его, по-моему, там дают с бесплатки. Поэтому вы все равно его будете на начальном аккаунте качать. Так, смотрим. Вот как раз у нас тут есть капитан Дрейк. Ну, видите, ослепили нас сразу и все. Мы просто нервно курим в сторонке. Маловато, маловато очень в жизни. Ну, урона как бы хватает. Но я не думаю, вы его на обычном начальном аккаунте будете качать именно в такой сборке. Это очень будет жирно для вас. И неоправданно. Так. Давайте его затестим на арене. У нас тут обновление как раз было. Сейчас мы его... О, нормально, как раз попали. Давай, давай, включайся первым. Ну, тут, конечно, затащил. Так, а ну-ка посмотрим урон по кристаллу. Ух ты. Жесткий, жесткий. Так, кто тут у нас? Молодая Лена. Алекс,
Ну, давайте вот этого интересно посмотреть на. Гаргула его и остальных. Ну, так вроде ничего. Смотрите как. Давай, 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 давай. Ну и что дальше? Засчитает поражение. Все герои умерли. Интересно, даже никогда у меня такого не было. Надо посмотреть. 3 минуты. Пока подумаем, где можно его использовать. Ну, однозначно на начальных левелах, там, в рейдах, в подземках тоже, в принципе, будет неплохой. Да, на всех локациях. Если, допустим, прокачать его там хотя бы на первую эволюцию, этого уже хватит вполне, чтобы там некоторые локации тащить против игроков, которые начали играть, но забросили аккаунты. Так, ну, в принципе, думаю, все, тут больше обозревать нечего, реально, герой бесполезный, из 12 на 12 ничего в нем не изменило, даже прокачка на урон тоже ничего в нем не меняет. Поэтому даже не думайте вливать в него ресурсы. В принципе, все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комменты, как вам такая вот хрень. По-другому я не знаю, как ее назвать. Все, всем пока.